Рада снова приехать в этот замечательный город. И программа моя, как вы, наверное, видели на афише, называется «I love you». Это правда. Я очень полюбила город Екатеринбург, и для меня большая радость, и для моих музыкантов тоже снова сюда приехать. Мы помним просто, как замечательно нас принимали в прошлый раз, сколько мы прекрасных людей здесь увидели, и людей искусства, и так вот судьба сложилась, что и врачей мы помогали. Здесь бедные, нищие больницы, замечательные врачи и сестры, прекрасные совершенно. И очень хочется как-то их участь изменить, потому что главный врач больницы запрещает присутствие в больнице чайников. Понимаете? То есть никто из врачей, из сестер, и никто не может вскипятить себе в течение рабочего дня. Он у них бывает очень длинный. Вы знаете сами, что санитарки, медсестры работают иногда по полторы смены. И не дает возможности вскипятить воду. Уж не говоря о больных. А вы знаете, как больным иногда хочется чего выпить. Вот. И это моя задача. Я собираюсь поговорить об этом с руководством. Правильно. Вот. И плюс к тому, в этой больнице не занята ни одна должность уборщицы. Понимаете, да? Огромная больница, ни одной уборщицы. Это делают медсестры теми же ручками, которыми они делают внутривенные уколы. Понимаете? И им не платят. То есть экономия фантастическая. 100 этих самых уборщиц, их там 50. Ну, они мало получают, 4000 всего. Помножьте это. Да? 4000 на 50. Какая прибыль у кого-то. Я ужасно болею за Екатеринбург. Вот болела, да, здесь вот. Я попала в больницу здесь. Пошла. Вот. И я хочу сказать, что я призываю вас тоже немножко, как бы, вот. К сожалению, от времени до времени мы попадаем в больницу. Или наши близкие, к сожалению, большому. И надо, чтобы это было по-человечески, человечно. И по отношению к больным, и по отношению к медсестрам и врачам. Извините, что у нас такое вступление, но у меня вот так немножко, как только я приехала в Екатеринбург, сразу вот эта тема у меня возникла. Вот. Если здесь есть какие-то люди, которые пишут, пожалуйста, напишите, что это моя просьба посмотреть, что творится в больницах. Вот. Огромное. Хорошо.